Привет, привет! Всем привет! Вы на канале Крошка Маша. И сегодня я распаковываю новогодние подарки. Просто посмотрите, как их много. Я желаю, чтобы в этом году у вас тоже было столько подарков. Ну что ж, а мы приступаем к первому подарку. Ребята, вы вообще когда-нибудь такое видели? О, он же мальчик! Давайте его начнем распаковывать. О! Вы когда-нибудь видели такое? Даже ОМГ, мальчик! Мальчик! Мне его принес Дед Мороз. Давайте его скорее распаковываем. Как тут? Можно? Торви, конечно. Так. И что там, мальчик? Так. Опа! Обалдеть! Это и правда ОМГ, мальчик! Посмотрите. Ребятки, посмотрите, это же мальчик. У него даже есть носки. Посмотрите, у него голубые глаза. И посмотрите, какая у него прическа. Это у него какая-то штука в руке. Короче, смотрите. Ну, доставай же, посмотрим. Вот наш мальчик. Вот такой вот мальчик у нас дубового. Кстати, у него вот это вот пухлый. Ручки сгибаются. Даже а ножки у него не сгибаются. Ага. Хыть-хыть-хыть. Какая у него радужная прическа. Давайте посмотрим, что он принес с собой в коробочке. Так, первое. Опа, достаем. Ножницы. Бери коробочку, а то мы ничего. Потому что, посмотрите. Это журнальчик. И то, что там написано. Ты откажись, кто он по знаку зодиака. Он лев по знаку зодиака. Посмотрите. Ничего тут себе. Тут нарисованный полный знак зодиака. Это вообще. Сколько раз мы открывали другие купы, не видим. Так, давайте ищем одежду любовную. Дополнительную. Вот так вот. Вот отсюда вот. Отсюда вот. Вот, первая одежда. Давайте распаковывать. Так, он с собой принес вот такой вот комбинезончик. Посмотрите. Он еще и с капюшоном. Это курточка. Это курточка. Вот такая вот курточка с капюшончиком. Угу. На них написано «Любовь». А поверни, покажи, что с обратной стороны курточки. Сейчас покажу. Вот. Ой, да что ж такое, надписи куча. Сзади что-то написано, у него затильдечко. Так, давайте откроем ему еще одну одежку. Вешать это нам тут. Ох, как. Ладно, давайте откроем еще одну одежду ему. Так, с собой он еще взял. О, посмотрите, это вот такие вот штанишки. Вот такие вот прикольные штанишечки у него еще есть. С розовым поясом. Ну, это у него такой цвет подходит. Стильный мальчик, однако. Вот такие вот штаны. Интересно, наш мальчик в них влезет? Давайте его повешаем обратно. Вот. Не повешаем. Вот такая пока что у нас одежка. Мы переходим к следующему. Что-то выскочило, хочет быстрее распаковаться. Давайте распаковываем именно это. Мне кажется, это ебаная обувь, потому что она упакована вот такой вот пакетике. Нет, это ебаное украшение, ребята. Посмотрите, розовая шапочка. Почему розовая? Это ж мальчик. Не знаю, но ему, кажется, нравится такой цвет. Вот розовая шапочка, которая похожа на носок. На маленькую ножку. Вот такая вот розовая шапочка. Она переворачивается. Ну-ка, выверни. Вот так вот нужно. Вот эти вот конечки, мне кажется. Ничего себе, крутая шапочка. Почему он идиот? У него штаны розовые. У него такой крутой. Почему производитель к мальчику все розовое? У него есть очки. Ну, у многих есть очки. Наушники вот такие. И даже золотая цепь. Ну ничего себе, это веришь, что крутой. Ага, ага. Такая цепочка. Это еще не все. Давайте потом обратно. Давайте потом обратно все. А в такие коробочки. Господи. Так, а
открываю. Что тут у нас? Мне кажется, его не дай, его не кроксы. Это его не кроксы, посмотрите, кроксы. Это его кроссовки. И золотая цепь. Они даже со стразиками. Да. Кроссовки. Какие они стильные. Ну, прям беленькие такие. Ну, хоть не розовые. Так, давайте его одевать. Сначала я ему... Ты все точно вытащила? Да. Легко одеваются или тяжело? Расскажи мне. Немножко тяжеловато. Давайте я помогу одеть, а потом мы покажем, что получилось. Мальчика мы одели, но нашли еще одну коробочку. Не раскрытую. Пакет. Что же вы? Давайте скорее открывать. Мне очень интересно, что там мне еще положили. Ну, давай. Конечно же, да, мой любимый скейт. Ой, там еще скейт. Вот это крутышка. Малышка. Кстати, посмотрите, что у него на заде. А сзади у меня там есть. Короче, у него сзади опять сердечко. Он настоящая девочка. Застекли. Пора валить. Посмотрите, у него даже есть скейт, он так круто на нем выглядит. Да, это же самое важное, что вы его заранее не открыли. Смотрите, у него есть подставка, на которой он может спокойно стоять. Красота? Да, мне нравится. На этом видео наше сегодняшнее заканчивайте. Смотрите дальше, что принес Маша Дед Мороз. Всем пока-пока! Пока-пока!